Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Елена Кучихина, компания «Идея Супермаркет». Здравствуйте. Добрый день. Давайте немножечко о «Идея Супермаркет». Ну, компания занимается разработкой форматов, концепцией, проектированием, дизайном предприятий продовольственного ритейла. Работаем на рынке больше 20 лет. Огромное количество проектов выполнено, огромное количество форматов запущено. И готовы двигаться дальше вместе с рынком. Замечательно. И вы сегодня были спикером нашей деловой сессии, и, наверное, был какой-то интересный посыл у вас. Хотелось бы подробнее. Ну, на самом деле, действительно, раз за разом замечаешь, что как только наступает кризис, рынок ритейла в России замирает и ждет, что же будет дальше. Но, честно скажу, что этот кризис принципиально отличается. И, конечно, тот, кто быстрее сейчас соберется, сгруппируется и начнет двигаться вперед, затем, в общем-то, рынок и останется, потому что сейчас огромное поле возможностей для развития форматов, для их трансформации. Вообще, мы должны понимать, что изменение внешних условий существования бизнеса – это первая и основная причина для трансформации формата, особенно в продуктовом ритейле. Поэтому те, кто еще этим не занялись, должны срочно подумать о том, что они должны в себе изменить, как они должны измениться, чтобы соответствовать новым реалиям и новому изменившемуся покупателю. А вы, как профессионал, наверное, должны им помочь и сказать, в какую сторону нужно меняться и как. Может быть, есть какое-то у вас уже подмечание этого, или все же это больше про работу, и когда к вам уже позвонят с конкретным запросом, тогда и ответим. Нет, конечно, совершенно точно есть конкретные рекомендации. Мы понимаем, что все сейчас идет в сторону, ну, во-первых, разработки собственных торговых марок. Конечно, мы должны становиться более эмоциональными, чтобы отвечать запросу на эмоцию нашего покупателя. Покупатель нервный, покупатель тревожный. И, конечно, приходя в ритейл, он хочет хоть немножко расслабиться, хоть чуть-чуть получить положительных эмоций, потому что в ритейл он приходит чаще, чем куда бы то ни было в любую другую сферу услуг. Поэтому наша задача сделать его пребывание в наших магазинах более комфортным, более удобным и дать ему возможность быстро решить свою проблему, получив при этом еще положительные эмоции. Время формата спа-магазин, чтобы можно было и расслабиться, да, получить удовольствие, да, причем, да, сделать покупки, пойти домой. Правы, да, можно и так сказать. Вообще комбинация форматов – это один из способов выживания в текущих условиях. Трансформируйтесь. Генерите новые идеи, ищите новые возможности, они точно есть. Вчера один из производителей сказал, что сейчас золотое время, ушли главные конкуренты, и мы можем развернуться и занять этот рынок, пока нет всех этих больших, западных, сложных и дешевых А-брендов. Тот случай, когда стакан наполовину полон возможностей. Как минимум. И наполовину пуст конкурентами. Мне кажется, лучше не скажешь. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего хорошего, удачи всем.